Всем доброе утро. Ой, подтягиваются, как будто всю ночь спали. Я как всегда обещаю им на ночь оставить, но как-то переживаю. Ой, будь здоров. Не за них переживаю, за соседей. За сколько соседи тогда встанут. Да? Баюшка в яблоке, как всегда. Вот он любит эти яблоки. Ай. Все. Они у нас гуляют. Сейчас 7:30. Гуляют они без 10:07. И сразу спать. Жизнь, как всегда, зашла. Вот наша волчица спит в клетке. Волчица? Вот любят они дрыхнуть. У них уже все традиции. Вышли утром, поспали. А то она, девочка, это ходит. Такая длинноногая. У нас Лорка была длинноногая прям. Багира тоже. Смотрите. Ой, ходит такая. Это. Модель. Батя уже утром лежал вон. Кресле. Вышел, думаю, ой, что мало их. Он в кресле, как министр, как всегда он любит. И это что-то... Ой, горбатая! В ямку пошла. Ой, все. Леглась. Тортик, как всегда, около кресла. Вчера не ставила им басик. Сначала как бы не так сильно жарко было, потом дома они днем. Короче, большую часть времени они проводят, конечно, на улице сейчас. Погода позволяет, когда не сильно жарко. Вот она сидит. Министр сидит на кресле. Вот что за трагедия.